Тормозни. Что такое? Тормозни, тормозни. Я видео хорошее, интересное покажу. Видео смотри. Человека сбил. Вывез его, выкинул. Место преступления покинул. Это статья, это несколько лет сроку. Вопрос решать хочешь? Каким образом? Денежным. Мне больше ничего не надо. У меня только 1030, не больше. Да не в том вопрос, сколько у тебя сейчас. Протяни чуть вперед, там правее. И попробуем решить. Да, киса? И главное, особо ничего не выдумывай. Сделаешь все, как я говорю, все хорошо будет. Решим вопросы, видео удалим. С девочкой своей ничего плохого не будет. Вот здесь направо сейчас поверни. Молодец, балбес. А ты что думал, ты свалил, тебя никто не посекет, да? Думал, так можно спокойно человека сбить и сбрызнуть. Направо. Сюда, сюда. Не, нифига, брат. Спалился ты на ровном месте. Ну так что? Вопрос, как решать будем? Что-то будешь предлагать, а? У меня 30 тысяч максимум. Что я могу предложить? Максимум 30 тысяч. Да ты не говори, ты показывай. Я же тебе показал, что я могу показать, а? А? Ну вот, пожалуйста. Твоем. Максимум 30 тысяч, все. 30, хорошо. Все забирать. Так отпустите нас, пожалуйста. Отпустите, он же живой все равно. Отпустите, пожалуйста. Да нет, он... Чего? Забирай, что есть. В сумке что? Я все отдала, у меня больше ничего нет. Высыпай из сумки всю. Ничего больше нет. Отпустите нас, пожалуйста. Молчи, сука! Нам неприятности не нужны. Мы семейные люди. Ты что семейный? Ты еще и семейный. А не стыдно перед женой, а? Думайте, думайте. У нас нет ничего больше. Ищи. В бардачке что? Что в бардачке? Там пусто, там ничего нет. Опачки. Дай сюда. Это чужие деньги. Вот это уже интереснее, да? Денежки. Молодец, девочка. Молодец. Ну что, с тобой вопрос решили. А девочку я, пожалуй, с собой заберу, а? Мы так не договаривались. Лика, беги! Фу! Фу!